Первым объектом, который проинспектировали сотрудники Минтуризма, стал Сухумский ботанический сад. Здесь в течение 3 часов сад посетили 2 экскурсионные группы, прибывшие из Пицунды. Ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки в стране, такие показатели не удивляют, говорят специалисты. Все экскурсоводы прошли проверку на наличие разрешительных документов, бейджа и путевок по маршрутам. Однако ни у одного из них бейджика не оказалось. В этом году в Министерстве туризма пошли на некоторые уступки, и поэтому данное нарушение не стало предметом нарекания. Цель проведения инспекции – определение наиболее посещаемых туристами объектов. Данные мероприятия позволяют нам провести мониторинг на посещение тех или иных экскурсионных маршрутов. То есть где больше приоритет, где больше посещаемость, где меньше. И самое главное, мы проверяем качество предоставляемой услуги экскурсионными организациями в лице экскурсоводов. Потому что они в первую очередь должны доносить достоверную информацию, чтобы те экскурсанты, которые присутствуют на экскурсионном маршруте, получали достоверную информацию на том или ином объекте турпоказа. Все больше туристов выбирают активный отдых. Среди них немало тех, кто посещает Абхазию не в первый раз. Я здесь отдыхаю душой и телом. Я растворяюсь в вашей природе. Это прям замечательное место. И море, и горы, и все, что можно было себе представить, все в одном месте. Спасибо вам большое. Потому что мы на самом деле здесь отдыхаем, заряжаемся на целый год и с удовольствием каждый раз мы просто мечтаем опять сюда вернуться. Я получила больше, потому что я ожидала увидеть. Я знала то, что Абхазия – это очень зеленая страна, где очень красивая зелень, очень красивое теплое море. А здесь я увидела, во-первых, море, я такого чистого нигде не видела. Вот, я была там тоже в других странах, там вот и в Турции, и на Бали, и нигде такой чистоты воды я не видела. При этом море, оно очень теплое. И посещаю различные места, это моя там 4-я экскурсия. Вроде страна маленькая, а посмотреть очень много всего. И каждый день, так как я здесь нахожусь 10 дней, каждый день я узнаю что-то новое. И для меня это очень полезно. Плюс я приехала сюда с дочкой, она у меня тоже разносторонне развивается. Где рыбку ели, расскажи. Рыбное хозяйство. Ага, рыбное хозяйство. Понравилось тебе там? Да. А что тебе понравилось? Рыба. А в пещере как было, расскажи. Мне не понравилось. Чего ты? А почему? Не понравилось. Почему не понравилось? Страшно там. А что нравится именно? Море, может быть? Море, бассейн и детская комната. Затем сотрудники Минтуризма посетили Новоафонскую пещеру. Здесь экскурсоводов также проверяли на наличие соответствующих документов. Никаких нарушений выявлено не было. Проверяю бейджик и проверяю путевой лист. Нарушителей нету на сегодняшний день. Данного рода мероприятия сотрудники Минтуризма проводят в неделю несколько раз. Инспекционные поездки по туристическим объектам республики будут продолжены. Шазина Ханагова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.